Всем привет, ребята, меня зовут Спулу-Диду-Диду, это приключение огня и воды, или красного шарика. Теперь красный шарик где-то пропал, и теперь мы должны спасти всех маленьких шариков-малышей. Вон они внизу кричат и просят о помощи, мы это сделаем. Ребят, чтобы было еще интереснее смотреть, мы оставили для вас секрет. Если вы его найдете, попадите в следующее видео, только никому не говорите. А мы погнали. Кстати, у нас есть еще второй персонаж, это Огонь. Если кто не видел, может посмотреть предыдущие серии. И мы будем ими меняться. Так, и через несколько уровней возьмем с вами Огонь. Или же уже когда пойдем к боссу. Ведь мы пойдем к боссу именно в этой серии. Это же ведь круто. Так, запрыгиваем. Ух ты, Квадрат, ты меня тут что подкараулить хотел? А я ведь взял и сверху прыгнул. Так, это тоже иди сюда. Да сколько вас тут? Эй, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ребят, их там, короче, очень много, как муравейники. Поэтому смысла их лопать я не вижу. Но нам нужно ведь двигаться дальше. Пускай они себе там бегают. Так, есть, мы прошли. Ух ты, какие-то канаты. Так, оп. Тихо, тихо, тихо. Деревья уже скрипеть начинают. Это было не просто так. Мы свалились. Свалились, ребятки, прямо в воду. Это ведь нехорошо. Прям вообще не здорово. Так. Бамс. Теперь ты. И мы всех победили. Бам. Так, этого тоже. Теперь нужно вот этот вот быстрый-быстрый-быстрый кусочек бревна туда закатить. Нет, что? Вот это мы прямо неудачники какие-то. Ну что такое-то, почему? Так, тихо. Ждем, 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 ждем. А почему так происходит? А как мне теперь наверх запрыгнуть? Ну как? Да что ж такое, деревья эти скрипят, скрипят. Чё, вы упасть хотите-то, а? Так. Нет, не падай. Фух, ребят, у нас-то получилось. Есть. Просто круто. Так, сейчас вас спасу, малыши, подождите вы. Так. А, тут нужно это бревно туда прикатить. Сейчас мы это сделаем. Так, стоп, стоп, стоп. Меня не задави, пожалуйста. Так. Теперь нам осталось подождать. Давай, давай, открывай, открывай, открывай проход, открывай. Есть. Сколько малышей тут спрятано. Вы чё их тут в детском садике воспитываете, а? Почему их так много там было? Оп, а тут тоже была кнопочка спрятана. Так, а ну-ка помоги мне. Чё-то он плохо помог. Так, чё такое-то? Что? Да почему? Ну квадраты эти. Есть, ребят. Все, мы наверху. И теперь босс. И с ним сразится наш великий огонь. Поехали. Вот он наш огонь. Теперь он победит этого квадрата. Пойди сюда. Нет, 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 нет. Давайте за ним.
получай, мы его победили. Бам! Весь шарик освободили, и его мы победили. Но нас еще ждет мрачный завод. Не прощай. Thank you.